Здравствуйте, меня зовут Ержан Мукашев, я являюсь деканом бизнес-школы КБТУ и одновременно куратором проекта Creative Spark. Уникальность нашего партнерства заключается в том, что мы вовлекли такие организации, как консерватория имени Курмангазы, Академия искусств имени Жургенева, Евразийский фонд культуры. Идея проекта заключается в том, чтобы вузы Великобритании привносили свой опыт Великобритании в этом направлении для вузов Казахстана. Вы знаете, в Великобритании креативное предпринимательство уже достаточно давно развивается и занимает порядка 10% ВВП всей страны. Соответственно, им есть чем поделиться с нами в этом направлении. И каждый из партнеров приносит свой вклад в этом проекте. Допустим, мы, как КБТУ, у нас есть бизнес-школа, у нас есть факультет информационных технологий, у нас есть накопленные знания в предпринимательстве, в технологическом предпринимательстве. Поэтому мы обучаем своих участников всему тому, что мы можем обучить в области предпринимательства. Такие партнеры, как консерватория, которая с нами с самого начала, Академия искусств имени Жургенева, Евразийский фонд культуры, имеет очень много связей студентов именно в области искусства, в области творчества, для которых предпринимательство пока еще не очень знакомо. Поэтому они привлекают именно людей, которых в Алмате, в Казахстане очень много, с точки зрения искусства, с точки зрения творчества. Вы знаете, мы серьезно задумались по направлению предпринимательства открыть, наверное, образовательную программу, то есть с треком «Креативное предпринимательство». Мы хотим, разрабатываем и записываем видеокурсы по креативному предпринимательству с целью, чтобы потом делиться с другими участниками проекта в будущем или сейчас.